это уже финальный момент линьки, когда уже, как это говорится, осталось только лишь ноги вытянуть к лешне, ну или конечности, уж как хотите. То есть, действительно, усилия тут неимоверно ему требуется, потому что все вот 10 конечностей, они как бы в такой находятся капсуле, там, в своих местах. И повытягивать это все, ну, не оторвать, при этом надо иметь силу, но при этом аккуратность, потому что краб при линьке становится, практически это пленка такая, пленка, наполненная какой-то материей. И чтобы себя не порвать, тут надо сочетать усилия такие, очень, ну, плавные усилия, но при этом нельзя и превысить эти усилия, потому что просто конечность оторвется. Соответственно, дело хитрое, природа все предусмотрела, но вот это все длится, это ускоренная съемка идет, естественно, потому что час он практически вот этим занимался. Сейчас все и случится. Краб полинял. Ну вот, видите, все. Он освободился. Но сил у него больше нет. Вы видите, он на месте. Он ноги. Он ватный весь. У него сейчас абсолютно настолько нежное все тело, что опоры никакой нет. Он не может ни встать, ни сесть, ни пробежаться. Просто у него ноги никакие. То, что он ими шевелит, это хорошо. Но, к сожалению, он даже не может ничего сделать. Поэтому какое-то время он просто обездвижен вот так вот. А потом, через минут 5, наверное, он начинает уже, 3 минуты проходит, и он начинает уже какие-то опоры у него появляются на эти конечности. Вот видим, 2.03. Ну, фактически почти 40 минут. Непосредственно линька, а с подготовкой так вообще там час с лишним, 2. Ну, это то же самое, просто с другой камеры сверху. Как бы разглядеть, как это выглядит. Тут отлично видно, как панцирь значительно меньше того, что выросло сейчас. И он уже никоим образом, его просто не натянешь уже даже на то тело, которое появилось. Здесь просто стоит удивляться мудростям природы. И вот еще раз можно посмотреть, как это все происходит более тщательно. На этом прощаюсь. Всем пока.
Сейчас начало апреля, и на Кубе в самом разгаре сезон дождей. Здесь, у залива свиней, что на южном побережье, собирается армия. Это одна из величайших миграций. Красные земляные крабы отправляются в поход. У многих из них ценный груз – до 80 тысяч икринок, которым для выживания нужна вода. Соленая вода. Задача самки – добраться до моря, а до него 7 километров. И это путешествие полно опасностей. Миллионы лет эволюции научили крабов выживать в лесах ночью. Но автомобили на дорогах – совсем другое дело. Этот поход превращается в игру со смертью. Чем крабов больше, тем труднее им пересечь дорогу. Даже при смертельном ранении инстинкт заставляет краба двигаться дальше. При таком изобилии пищи каннибализм – обычное дело. Несмотря на потери, большая часть крабов выживает и продолжает движение к морю. Приближаясь к нему, они уже чувствуют запах соли в воздухе. Их родина – море, но красные крабы полностью адаптировались к жизни на суше. С древним прошлым их связывает лишь одно – они должны донести икру до моря. Ощутив соленую воду, самка, будто в порыве радости, мечет икру. Самки появляются здесь перед приливом. Хорошо бы он не был бурным. Крабам нужно быть осторожными. Несмотря на то, что их предки родились в море, теперь они сухопутные. Некоторые заходят слишком далеко. Выпустив свою драгоценную икру, самки уже никогда не вернутся в свой привычный лес –